Мовляєте українською мовою, бо ви український блогер, вас дуже багато людей чує, і повинні ви на українській мові спілкуватися і так далі. Я хочу вам сказати, существует креольський язик. Слышали о таком? Креольський язик – це язик, який возник неважно як. Була страна, в которую завозили в большом количестве разных людей с разных стран. Это были и индусы, и были африканцы из разных, и так далее. И они очень долго жили. И умудрились свой язык начать создавать. И появился некий креольский язык. Так вот, я хочу вам сказать, что есть статистика, известно. В этой статистике говорится о том, что во всем мире сейчас из 6000 языков и наречий, которые существуют, перестали на протяжении 100 лет разговаривать. Было 18 тысяч, осталось 6 тысяч. И говорят уже так, что скорее всего за неимением необходимости уже спустя 100 лет количество языков, на которых разговаривают в этом мире, останется не более 200. Почему очень много людей сейчас изучают английский язык? Почему? Немецкий язык? Почему? Почему? Потому что удобно, потому что программное обеспечение на английском, потому что фильмы на английском, потому что везде все надписи на английском, потому что при путешествиях на английском. Я хочу вам сказать, это, конечно, все прискорбно, но, скорее всего, через 100 или 200 лет мы, возможно, окажемся в такой ситуации, когда на нам привычных языках, на которых мы сейчас разговариваем, скорее всего, никто разговаривать не будет. Поэтому нужно ли знать язык? Несомненно. Можно ли изучать язык и держать этот язык, и сознавать, осознавать? Конечно. Вообще язык — это самая большая ерунда, которую можно придумать. Объясню вам почему. Никто никогда не обращал внимания на язык, на котором разговаривает другой человек. Обращает внимание на людей. Не было этого никогда в нашей стране, я надеюсь, этого и не будет. А вот на что нужно обращать внимание, хочу сказать. А хорошо было бы обращать внимание на пенсионеров, у которых низкая пенсия, на военнослужащих, которые пришли сейчас с войны, которым необходима материальная поддержка, материальная помощь. То есть важнее язык? А по моему мнению, нет. По моему мнению, важнее помогать таким людям. Вот это важно. И не языковые проблемы решать, а проблемы пенсионеров, проблемы больных детей, проблемы аутизма.